Оставь меня в покое. Пойдем прочь. Что ты ко мне привязался? Зачем ты меня мучаешь? Сила нечистая. Ну, расскажи, что тебя мучает. Ох, спрошу, как есть. Ты человек? Прости, я не доверяю собственным чувствам. Не совсем. Я ведьмак. Некоторые по этой причине отказывают мне в принадлежности к роду человеческому. Кое-кого знаю лично. Ведьмак? Но нет, ты тоже не поможешь. Посмотрим. Рассказывай, в чем беда. Меня терзает какой-то демон или призрак. Не дает мне спать. Он чего-то от меня хочет. Точно знаю. Только не пойму, чего. Каждый день появляется, а потом исчезает. Он и сейчас здесь, за деревьями. Ничего не вижу. Понятное дело. Его нельзя увидеть. Но ты-то видишь? Только когда выпью отвар. После него у меня болит голова, мутит. Но я терплю. Не хочу глаз с него спускать. Этот твой демон. Можешь его описать? Он выглядит как огромный конь. Стучит копытами во мраке. Прибегает. Смотрит на меня. А потом убегает. А это точно непростой дикий конь? Это создание не из нашего мира. Когда он на меня смотрит, меня такой холод охватывает. Это средоточие зла всматривается в меня черными своими глазищами. А я от ужаса шевельнуться не могу. А что у тебя за отвар? Интересно, что вызывает такие сильные видения? Гриб какой-нибудь, крестник, поднивка плясовая? Почти. Сивушка обыкновенная. Вижу, ты в травах понимаешь. Сивушка? Мне казалось, она вымерла. Я вырастила несколько штук из засушенных грибниц. Надеялась, что отвар сивушки позволит мне увидеть этот кошмар. Я не ошиблась. Насколько я знаю, сивушка вызывает серьезные побочные эффекты. Но она действительно позволяет увидеть сокрытое. Да, с ней я вижу его. Все лучше, чем чувствовать, что он где-то рядом, но не знать где. Сперва я хотел бы узнать, сколько ты заплатишь. Ты берешь золото? Арена, новиградские кроны... Можно флорины? У меня нет ни того, ни другого. Ничего у меня нет. Одна только картошка в подвале. Хорошо уродилась в этом году. Если справишься, отдам тебе пару мешков. Согласен? Видно, выбора нет. Сгодится и картошка, но сколько? Это слишком. Идет. Столько дам охотно. Ладно, раз уж ты так уверена, попробую что-нибудь сделать. Осмотрю здесь, пожалуй. Глаз не могу сомкнуть. Вдруг снова этот кошмар.
мертвые мотыльки. Некоторые духи притягивают их, как пламя свечи. Отшельница права, что-то и правда происходит. Сивушка обыкновенная. Сильный галлюциноген. Я думал, эти грибы вымерли. На подушке пятна крови. Кровавая дорожка ведет к окну. Ставни захлопнуты. Проверю с другой стороны, есть там свет? На подушке пятна крови. Кровавая дорожка ведет к окну. Чтобы ты оставил меня в покое. Чего ты хочешь от меня, нечистый дух? Кровавый след идет от подушки, а тут обрывается. Медальон все еще вибрирует. Ты был совсем близко от него. Он смотрел на тебя, а потом...
потом ускакал в лес. Да ясно одно. Нечто высасывает по ночам кровь отшельницы. Надо с ней поговорить, может, она еще что расскажет. Ведьмак. Говорят, флагелянты бичуют себя, чтобы искупить грехи всего человечества и умилостивить богов. Скажи, затем ты этим занимаешься? У всякого свои причины. Я надеюсь искупить страдания живого существа, которое некогда пало жертвой тщеславия другого. Грехи человечества меня мало заботят. Предпочитаю общество зверей. Я хотел бы посмотреть, что ты продаешь. Скорее всего, тебя терзает какая-то разновидность призрака. Пока не знаю, какая. Ты не замечала упадка сил? Были на теле следы укусов? Да мне с каждым днем все хуже. Я уже говорила. А укусы? Это ж обычное дело. Комары, клопы. Это не клопы. Нечто гораздо более крупное сосет твою кровь, когда ты спишь. Но я совсем уже не сплю. Все время он здесь. Смотрит на меня. Не могу так больше. Боюсь, я мало чем могу помочь. Я не сумею устранить то, чего не вижу. Может, тебе выпить отвар сивушки? У меня осталось два гриба. На одну порцию хватит. Вдруг и ты тогда его увидишь. Даже у меня эти грибы могут вызвать неприятные и непредсказуемые побочные эффекты. Это правда. Поди знай, как сивушка действует на ведьмаков. Пожалуй, кроме отвара, тут ничего другого не поможет. Хорошо, теперь твой отвар выпью я. Если начну бредить про единорогов или чародеек, ты не обращай внимания. Yeah.
Никакого призрака. Годный клевер. Отличнейший букет. Кто это сказал? О, ты очнулся. Я уже начала беспокоиться. Думала, может, белого меду тебе дать? Только морда это сделать не так-то просто. Плотва? Какой у тебя странный голос. Я думал, молодая кобыла должна звучать как-то по-девичьи. Почему это? Тоже мне нашелся эксперт по разговорам с животными. Ладно, ладно. Это все отвар, наверное. Какие интересные побочки. Восхитительные, правда? Пей его почаще. Я могла бы тебе столько всего сказать. Нет уж. Раньше или позже он меня убьет. Как так получается, что стоит мне только свистнуть, и ты сразу тут как тут? Так ведь ты мой человек. Я должна глаз с тебя не спускать. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи. Но вот почему по моему зову ты океан переплывешь, а перед низеньким заборчиком останавливаешься? Ну, что поделать? У всех есть свои пределы. Слушай, мне надо заняться заказом, пока отвар действует. Вот-вот. Чудище само себя не победит. Ладно, посмотрим, что у нас тут. Иди за мной и постарайся ничего не затоптать, пожалуйста. Геральт, тут надо как следует осмотреться. Я поищу следы, а ты... Ты просто постой. Ты только глянь. Ничего не вижу. Это следы копыт. Но оставил их необычный конь. Это следы астрального существа. Идем по ним. Геральт, у нас тут зацепка, точно говорю. Дохлые мотыльки часто означают, что здесь был призрак. А, это каждый знает. Но запах-то ты чуешь? Точно такой же был на кладбище в Вызиме, когда мы охотились на гулей. Это запах смерти. Запах как запах. Может, все эти следы не в коня корм? Ну, знаешь ли... Я, кажется, поняла, с чем мы имеем дело. Так, давай подведем итоги. Что мы знаем? Только то, что это какой-то призрак или видение. Приходит по ночам к отшельнице, питается ее кровью. И даже если мы его найдем, я не представляю, как с ним сражаться. Если позволишь, это со всей определенностью нематериальный морок, принявший форму коня. Морок. Очень может быть. Мороки абсолютно невидимы, в том числе для ведьмаков. Но ты-то откуда это знаешь? Так для меня-то он не невидимый. Вон он стоит. Уходит. По коням, ведьмак. Надо его догнать. Вон он, морок. Вперед, Геральт, за ним. Эй. Мне надо экономить энергию. Кто знает, сколько мне еще бежать. Геральт, без обид, но мы должны поговорить о том, как ты ездишь.
Ты сделаешь мне огромное одолжение, если будешь направлять меня более решительно. Иногда тебя так трудно понять. Мне налево? Направо? Мне крутить крупом? Ага. А мне бы хотелось, чтобы ты быстрее откликалась на мои команды. Эй, знаешь анекдот? Что сказал слепой конь, выходя на конкурсное поле? Не вижу препятствий. Постараемся не упустить морок из виду. Теперь видишь его? Да. Шевелись, плотва. А что я, по-твоему, делаю? Раз уж у нас такая откровенная беседа, вот еще вопрос. Почему ты иногда сбрасываешь меня в бою? Что-то я такого не припомню. Ясен пень. Растворился в воздухе. Марчелло Калеричи, рыцарь, умер в том году. Он примерно одного возраста с отшельницей. Похоже, это его дух в облике коня мучает Пинастри. Зачем ты мне это говоришь? Я читать умею, и выводы делать тоже. Да так, мысли вслух, чтобы сосредоточиться. Геральт, вон он, морок! Отту его! Я все объясню! Говори, только быстро. Зачем ты мучаешь отшельницу? Это она меня мучает, не хочет меня простить. Из-за нее я не могу обрести покой. Каждый день я прихожу, молю ее о милости. Молишь о милости? Ты пьешь ее кровь и пугаешь до смерти. Какая-то ужасная сила направляет меня. Не могу этого объяснить, но знаю, что покуда Пинастри меня не простит, я не обрету покоя.
Откуда ты знаешь, отшельница, что вас связывает? Мы были знакомы с детства. Я любил ее. Но она всегда была грустна, ничто ее не радовало. Мир пугал ее. Я думал, что ее тяготит бедность, поэтому сделал все, чтобы вытащить ее из деревни, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Я стал оруженосцем, взял ее с собой в замок. Но Пенастри быстро поняла, что знать ничуть не благороднее селян. А потом она еще и во мне разочаровалась. Сбежала из замка и примкнула к секте флагеллянтов. Я оставил двор, хотел быть ближе к ней, но она и знать меня не хотела. Когда даже флагеллянты ее разочаровали, она стала отшельницей. Теперь я все вижу, а при жизни никак не мог ее понять. Из глубины могилы живые кажутся ясными вспышками. Сразу видно все их мысли. Теперь я понимаю, почему она отвергла меня. Она полна гнева. Возможно, это и превратило тебя в морг. Почему ты выбрал облик коня? О чем ты? С тех пор, как я умер, каждый день некая сила извлекает меня из могилы, заставляет меня бежать. А потом я чувствую вкус крови во рту. Не знаю, что со мной творится. Одно только ясно, эта пытка не кончится, пока она меня не простит. Но ты говоришь, она видит меня конем? Именно так. Так же, как и я. Похоже, ты причинил ей страшную боль, если она обрекла тебя на такие муки. Что ты сделал? Ей? Ничего. Не ей. Но я забил своего коня до смерти. Пенастри это видела. У меня был прекрасный жеребец, Лыска. Норовистый. Сбросил меня во время турнира, а я так хотел выиграть. Пенастри так радовалась, что меня допустили к участию. Меня, крестьянского сына. Я хотел подарить ей победу. И проиграл из-за коня. Я пришел в бешенство, бил его плетью, бил, пока тот не сдох. Как же я сожалею. Умоляю, прости меня. Отпусти мне грех ради Лыска. Я не дам тебе прощения. Не мне тебя прощать. Но твоя лошадь может меня спасти. Умоляю, я в отчаянии. Помогите мне. Госпожа, прости мне мою вину. Пожалуй, твое прощение могло бы освободить его дух. Но прощай его, только если считаешь, что он заслужил. Ты совершил отвратительный поступок. Твой конь был тебе верен, старался как мог. Мы ведь кони такие. Ты права, я знаю, что заслужил свою участь. Но мы не мстительны, мы не таим обид, не помним зла, не обижаемся, когда нас тащат в лес полные чудовищ. Я прощаю тебя от имени бедного Лыска. Благодарю. Я чувствую невероятно. Мне вдруг так легко.
Ну ладно, кажется, мы можем возвращаться. Призрак больше не будет мучить Пинастри. Тебе есть что добавить, Геральт? Нет, возвращаемся. Морок ушел. Он больше не будет тебя мучить. Я сразу почувствовала перемену. Будто меня выпустили из душного, тесного подвала. Я и не надеялась, что кто-то мне поможет. Спасибо тебе, ведьмак. Твоя награда, как договаривались. Лучше скажи спасибо моей лошади. Без плотвы я бы от призрака не избавился. Благодарю и тебя, благородное создание. Ну ладно, ловко мы вдвоем сработали. Что теперь? Идем дальше по пути? Поедем к ближайшей доске объявлений. Найдем следующий заказ. Ну да. Но я чувствую, что действие отвара слабеет. Скоро я перестану тебя понимать. Эх, какая жалость. А я столько еще хотел тебе рассказать и... Да чего кони сметливые. Прощай, ведьмак. Ведьмак. Будь здорова. Спасибо, что позволили мне остаться. Не припомню, когда еще была так счастлива. Хм.
Никогда б не подумал, что ты после всего захочешь заняться кухней. Боитесь, что в вашем доме я буду готовить вихтову похлебку? Надеюсь, в человеческом обличье у тебя вкус получше. Можете быть уверены. Я с детства любила готовить. Но ты же была госпожой целого поместья. Хотите сказать, женщина моего положения должна иметь повара? До встречи. Берегите себя, ведьмак. И помните, теперь вас всегда будет ждать теплая еда. Ясных дней. Матушки, что-то у меня в ходулях ломит. Виноват, что ты устал. Живет такая ведьма, что детей крадет. Мелит их косточки в муку, а из той муки. Вчера враги, сегодня компаньоны, а завтра влюбленные. Да здравствует госпожа Матильда и господин Лиам. Авикс! Что у тебя там? До встречи. Викс. Что у тебя там? До встречи. Да здравствует победитель турнира! С приготовлением к похоронам. По желанию вашей милости, похороны пройдут со всеми почестями. А незабвенный рыцарь Мельтон де Пейрак Пейран посмертно будет награжден орденом Адемарты. Прибыл Геральт из Ривии, мастер-ведьмак. А я не ошибся. Ты приехал, и сразу начались неприятности. Отойди, у меня дело к княгине.
Ну, наконец-то, ведьмак. А то мы уже теряем разум. Ты настиг убийцу Мильтона? Я нашел эту вашу баклерскую бестию, но не смог ее убить. Мы посылаем тебя за чудовищем, а ты возвращаешься ни с чем? Ты очень нас разочаровал. Все не так просто. Бестия – могущественный вампир. Это проблема для ведьмака? Каждый знает, что делать, чтобы одолеть вампира. Вымани его на солнечное место. Или повесь на него чеснок. И вбей в сердце осиновый кол. С вампирами не сражаются чесноком. Солнце и Коля тоже не причиняют им вреда. Такие методы помогают только в легендах. А Крушина? Бабушка Адемарта учила нас, что вампиров отгоняет Крушина. Лучше всего серебряный меч, но даже он – только вспомогательное средство. Высшего вампира может убить только другой вампир. Отговорки. Ваша милость. Я сейчас же соберу людей, и мы разом все закончим. Пусть только ведьмак скажет нам, где чудовище. Смелей. Пошли их на верную смерть. Для одного ведьмака это может и смерть. А для 40 латников очередная битва. 40, 50. Хотя бы 100. Для него не будет никакой разницы. Ты не видел моих гвардейцев в деле? Они умеют сражаться с туманом. Поразят цель, летящую быстрее ветра. Как? Что за существо способно на такое? Такие, как он, зовутся высшими вампирами. Каждый из них в чем-то особенный. Можно даже сказать, исключительный. Некоторые умеют превращаться в огромных нетопырей. Другие повелевают животными. Ха! Это всего лишь безмозглые бестии. Ты ошибаешься. Низшими вампирами, такими как Альп или Экима, управляет инстинкт. Они бросаются на все, в чем почувствуют кровь. А высшие вампиры руководствуются разумом. Чудовище, которое руководствуется разумом. Интересно. И что ты с ним намерен делать? Это не просто чудовище, это могущественное существо, которое живет на этом свете сотни лет. Ха, невозможно. Если они такие могущественные, отчего они нас не завоевали? Они неохотно вмешиваются в наши дела и обычно держатся в стороне. Люди их мало интересуют. Они не боятся, что в один прекрасный день мы вырежем их под корень? Ха, такое намерение они сочли бы скорее забавным. Они вполне осознают свои силы. Ну и что же мы можем сделать? У тебя есть план? Лучший способ поговорить с ним. Я больше не могу. Ее сиятельство призывает ведьмака, чтобы он убил чудовище. А тот собрался с ним разговаривать. Я знаю, что делаю. Его возлюбленную похитили, его шантажируют. Шантажируют? Будь любезен, объясни нам, как можно шантажировать вампира? У высших вампиров есть нечто общее с людьми. Ими управляют не инстинкты, а эмоции. Эти создания не только очень умны. Они проявляют эмоциональную вовлеченность. Даже любят. Этот влюбился в обычную женщину. И сделает все, чтобы ей не причинили вреда. Ты хочешь отпустить убийцу Мильтона с миром? Или снова ждать, пока он кого-нибудь убьет? Надо его как можно скорее обезвредить. Это моя главная цель. Предотвратить новые нападения. Вампир только часть проблемы. Шантажист виноват не меньше его. Это он похитил девушку и отдает приказы вампиру. И что ты предлагаешь делать? Найти шантажиста и освободить возлюбленную вампира. Тебя наняли покончить с ним, а не помогать ему. Главное, чтобы никто больше не умер. Если девушка будет в безопасности, ему не придется убивать. Хм.
Если подумать, может быть, ты и прав. Ты знаешь что-нибудь об этом шантажисте? Единственный след — несколько листков. На них шантажист писал для вампира имена следующих жертв. На одном осталась капля вина. Но это никудышная улика. Ты даже не подозреваешь, как сильно ты ошибаешься. Послать за княжеским сомелье! Ну же! Вино в Тусенте — это святыня. Тут не бывает просто винных пятен. Есть пятна от Эстеста, пятна от Эрвелюса, пятна от Фьорано. Ваша милость, вызывали? Ведьмак, покажи ему листки. Бенуа, распознаешь, от какого вина это пятно? Так-так. Скорее всего, западный берег Сансритура. Дозревала в бочке из баклярского дуба. Цвет бургундский, чистый. Все просто. Это Сангриаль 1269 года. Это совершенно невозможно. Это вино производит винодельня Кастель-Равелло исключительно для княжеского стола. Может, Сангриаль украли? Мы должны поехать на винодельню и все проверить. Сангриаль? Не слышал о таком. И не пил, скорее всего. Как я сказала, оно предназначено исключительно для княжеской семьи. Но как-то оно оказалось на этих листках. Разве что сомелье вашей милости ошибся. В вопросах вина Бенуа ошибиться не может. Если он говорит, что это Сангриаль, это Сангриаль. Мы должны поехать в Кастель-Равелло и узнать, что случилось. Ваша милость желает ехать со мной? Это исключено. Но ты же не думаешь, что мы будем сидеть здесь, сложа руки, когда наше княжество в опасности? Ваша милость, это слишком опасно. Пусть ведьмак едет один. Рада, что вы наконец-то согласились между собой хоть в чем-то. Но я уже все решила. Мы поедем, и нас будет сопровождать лучший эскорт. Ты и Геральт. Мы отправимся инкогнито. Мы не желаем, чтобы двор распускал сплетни на эту тему. На время этого предприятия я также освобождаю вас от ограничений дворцового этикета. Говоря кратко, с этой минуты мы на «ты». Так точно, ваша милость. Ведьмак, ты готов? Да, готов. Прекрасно. Подождите меня минутку, я только надену что-нибудь более подходящее. И мы сразу отправимся. Вампир, ты когда-нибудь уже встречался с такими? Да. И как все закончилось? Ты победил его? Я с ним не дрался, он никого не убил. А ты слышал, чтобы кто-нибудь победил такого вампира? Одному человеку удалось его победить, но не убить. Убить вампира может только другой вампир.
Эстеры напали на карету. Нужно помочь этим людям. Ваша милость, держитесь сами. Мы займемся ими. На помощь! Помогите! Готово. Можно двигаться. Если бы не вы, нас бы уже не было. Спасибо. Вы спасли нам жизнь. Ура! Расскажи мне побольше об этой виноделе, Кастелло Равелло. Она лучшая во всем Тусенте. Ею управляет старый мастер-винодел Фабрицио. Ты ему доверяешь? Он занимает эту должность многие годы. До сих пор с ним не было никаких хлопот. Как ты думаешь, откуда пятно Сангриаля на этой записке? Кто-то с винодельни шантажирует вампир? Возможно, это кто-то из слуг. Или управляющий. Или вино просто украли. Геральт, ты куда? Не торопись! И это ты называешь эскортом ее сиятельства? Ты что себе вообразил? Капитан, у нас нет на это времени. А ты, ведьмак, в следующий раз держись поближе. Капитан де Латур, мы не ждали никого из столицы. Как там дела при дворе? Ты же слышал о бестии из Баклера. Так что у нас полно работы. Особенно учитывая, что в последний раз она напала во дворцовых садах. Ну, я надеюсь, с ее сиятельством ничего не случилось? Как мило, что ты спрашиваешь, мастер Фабрицио. Ваша милость! Нас не предупредили! Я сейчас же велю приготовить гостевой зал! Это не обязательно. Как видишь, мы прибыли не с официальным визитом. Разумеется. Могу ли я спросить, что в таком случае привело вас в Кастель Равелла? Мы приехали задать тебе несколько вопросов. В этих краях следует представиться, прежде чем задавать вопросы. Это Геральт из Ривии, ведьмак, который приехал в Тусент по моему личному приглашению. Это значит... Это значит, что мы желаем, чтобы ты относился к нему с надлежащим почтением. О, разумеется, ваша милость. Слышал, ведьмак? Фабрицио с радостью ответит на все твои вопросы. Мы хотим поговорить о Сангриале. К вашим услугам. Много людей на винодельне имеет доступ к Сангриалю? Можно сказать, только я. Но ведь сам ты вина не делаешь. Здесь работает человек 20, не меньше. Видно, не знаешь, как рождается вино. Виноград проходит долгий путь, прежде чем стать Сангриалем. Помощники работают с вином только до ферментации. Мацерацию я провожу лично. И никого к чану с вином не допускаю. Мне также помогают при переливании вина в бочки. Но те, в которых созревает Сангриаль, я запечатываю лично, каждую. Затем вино должно отлежать свое в погребе, получить букет. И только тогда оно станет Сангриалем. Ключ же от погреба есть только у меня. Кто отвозит бочки с вином во дворец? У нас собственный гарнизон. Солдаты служат здесь много лет и отвечают за это вино головой. Вижу, с расспросами мы далеко не продвинемся. Мы только теряем время. Ваша милость,
Как прикажете это понимать? Мастер Фабрицио, у нас есть доказательства, что кто-то чужой раздобыл Сангриаль. А это означает, что есть две возможности. Или ты лжешь мне здесь прямо в глаза, или ты идиот, и у тебя украли вино, а ты даже не понял. В обоих случаях ты ответишь за это. Но... Молчи и слушай. Я лично осмотрю бочки, а у тебя будет время подумать. Когда я вернусь, я буду ждать ответа. Напомни мне, где хранится Сангриаль? В главном погребе. Тут, сразу же за углом. Я сейчас покажу. Я найду. А ты дашь мне ключ от погреба и подождешь здесь. Разумеется, ваша милость. Вот он. Пойдем, ведьмак.